Virtu Constellation F. Замена межплатного шлейфа. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Virtu Constellation F». Снимаем втулку. Пальцами извлекаем нижнюю часть поворотного механизма со шлейфом. Через отверстие поворотного механизма вынимаем шлейф. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить межплатный шлейф. Новый шлейф продеваем в отверстие поворотного механизма и вставляем втулку. Все, межплатный шлейф заменен.